Трогательный девиз кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» стал актуальной темой для детского творчества. На большом листе ватмана, рядом Шабакля, крокодилом Гены и Чебурашкой уютно устроилась пчелка и даже представители разных национальностей. Плакат собрал вместе реальных и сказочных персонажей. Они все плакаты необыкновенно красивые, каждый чем-то отличается, как присылают объемные плакаты, используют какие-то вырезки журналов, разные техники. С этого года мы начали принимать и онлайн можно прислать свои работы, и даже у нас были в прошлом году цифровые плакаты, которые двигались. То есть с помощью мультипликации сделано, ну, родителями с ребятами. Свое видение понятия дружбы на конкурс плакатов представили ребята из летнего лагеря Измайловской школы. Мальчишки и девчонки каждый четверг по полтора часа проводят в библиотеке. На одном из занятий общими усилиями создали свой шедевр декоративно-прикладного творчества. Мы не просто выдаем, сидим книжки, да, и забираем их. Мы проводим различные кружки, мастер-классы, клубы у нас существуют. Очень-очень распространенная работа в разных сферах. Ребята уже не первый год участвуют в конкурсе плакатов и не раз становились призерами этого уже ставшего традиционным состязания. Они постоянные гости библиотеки и уже точно знают, что их всегда ждут и обязательно предложат что-то интересное. Интеллектуальный турнир или увлекательная книжка под силу даже первокласснику. Она была на улице, потом ее впустили в замок. Она уверяла, что она принцесса, но королева решила это проверить и положила ей под много-много перин и подушек горошину. А принцесса все-таки почувствовала эту горошину. Увлеченные ребята каникулы проводят с пользой. Успевают не только плакаты делать, историю России изучать, но и с друзьями весело проводить время. Летом, когда ты отдыхаешь, ты можешь выйти на улицу, позаниматься спортом, поиграть что-нибудь с друзьями, ну и дома отдохнуть, там, покупаться. Итоги первого этапа конкурса будут подведены уже 20 июня. Принять участие может любой желающий. Картины на тему дружбы тоже приветствуются. Победитель получит полезный летний подарок. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.